Спортивный комплекс с бассейном и залами для гимнастики, баскетбола и волейбола появится в Дубасарах. Пока на его месте только готовятся к большой стройке. Как все будет выглядеть, увидела Светлана Мартынюк. Пока на бумаге. Невзрачная калитка под зеленью кленов и табличка с адресом. Место, где был детсад «Аленький цветочек», в Дубасарах хорошо знают. Это самый центр города. Жители района уже знают. Через несколько лет здесь будет большой спорткомплекс. Ломать не строить, говорят строители, мол, это неинтересно. Приезжайте, когда будем стены поднимать. Договорились. А пока осматриваем, что вокруг. Территория под спорткомплекс и правда большая. Это центр Дубасара, вот здесь госадминистрация, вот здесь, да, школа, да, спортивная. Да, почему, да, именно это место выбрали? Это связано больше с тем, что территория детского сада, она примыкает к зданию центрального стадиона. Тем самым это, получается, будет такой большой кластер спортивный. Конечно, за год все и сразу не отстроят. Начнут сначала. Залы для игры в волейбол и баскетбол. Здание номер один, оно и первое в застройке у нас идет. Это зал для игровых видов спорта. В плане эти цифры и квадратики значат очередность застройки. Там, где был главный корпус садика, будет бассейн. Рядом зал для баскетбола и волейбола. Еще дальше гимнастический зал. Все соединят переходами. И самое важное, вместе с нынешним стадионом это будет одно целое. Заезд сохранят с улицы Ленина. В плане отвели и место под парковку. Мы находимся на территории будущего спорткомплекса. Сейчас здесь много деревьев и зелени. И кажется, ну где здесь поместиться нескольким спортивным залом и бассейну? Но вот нам рассказали, что за этим забором тоже территория будущего спорткомплекса. Пока ее огородили, потому что там еще по-прежнему занимаются дети в местном центре детского творчества. В госадминистрации нам рассказали, спорткомплекс строят в первую очередь для профессиональных спортсменов. Здесь будут проводить республиканские и соревнования международного уровня. Но при этом заняться спортом, поиграть в волейбол и поплавать в бассейне смогут все желающие. Ну а пока по выходным в Дубасарах и дети, и взрослые собираются в парке энергетиков. Этим летом здесь хотят организовать кинозал под открытым небом. Светлана Мартынюк, Михаил Белый, ТСВ.